Саратове чествовали чемпиона мира по кикбоксингу Даци Дациева. Этот титул спортсмен завоевал в конце октября в Белграде. Для виновника торжества в ресторане земляки кикбоксера устроили праздник. На чемпионате мира Дациев стал сильнейшим в весовой категории до 75 килограммов. Именной кубок чемпиона он завоевал, выступая с травмами ноги и ребер. По словам Дациева, особенно тяжелым был полуфинальный бой, в котором пришлось встретиться с чемпионом мира 2013 года и хозяином ринга из Сербии. Пришлось бороться не только с сильным соперником, но и с предвзятым судейством. Когда говорят, что тебе не дают победу, имеется, не дают очки и тебя засуживают, это уже морально, ты уже как бы тебя ломает. Поэтому пришлось собраться и работать первым номером и сделать все, чтобы выиграть этот бой. Дациев уверяет, что не собирается сбавлять темп и интенсивность тренировок. Через месяц он выступит в чемпионате внутренних войск России, а в январе в чемпионате страны в Нижнем Новгороде. Приступить к тренировкам спортсмен намерен в ближайшее время. В дальнейшем в планах у Даци Дациева выступление на Всемирных играх в 2017 году в Польше.